Заболеваемость COVID-19 в Новосибирской области за минувшую неделю выросла почти на 8%. По данным регионального Роспотребнадзора, было зарегистрировано 6520 случаев заболевания коронавирусом. За неделю проведено 82 404 исследования. Сегодня у нас 1065 коек развернуто, из них занято 585, что составляет 45% остатка коек. Но с учетом того, что по данным Роспотребнадзора у нас за 37-ю неделю все-таки есть увеличение еще на 7,9%, на этой неделе мы количество коек оставляем предыдущее и наблюдаем за ситуацией, как дальше будет разворачиваться. Если говорить о реанимации, то у нас 21 человек лежит, 4 на ИВЛ. То есть ситуация стабильная. Что касается вакцинации. За прошлую неделю у нас было вакцинировано 23 104 человека. Темп вакцинации составляет 3300 человек в сутки. Под особым вниманием учреждения образования. Ситуация там не совсем благополучная. В школах Новосибирска выявлено 18 учеников, заболевших коронавирусом. Всего же, по данным областного министерства образования, на данный момент в регионе коронавирусом болеют 65 человек, 15 взрослых и 50 детей. 18 заболевших ковидом зафиксировано в дошкольных учреждениях и один заболевший в организации дополнительного образования. В то же время есть и положительные новости. По данным Росстата, Новосибирская область показала сокращение числа смертельных случаев от COVID-19 в 48 раз. Возможно, это произошло в том числе благодаря массовой вакцинации. Напомним, что пройти ревакцинацию от COVID-19 можно в любой взрослой поликлинике, причем в данном случае совсем не обязательно нужно быть прикрепленным именно к ней.